сэр Терренс Дэвид Джон Пратчетт, также известный как Терри Пратчетт, умер 12 марта 2015 года. Пратчетт был замечательный писатель, который создал один из богатейших фэнтези-миров в истории человечества – «Плоский мир». Эта вселенная стартовала как пародия на миры героического фэнтези, где крутой герой с большим мечом и еще большим либидо рубит вражин в экзотических декорациях. Однако уже ко второму тому цикла сэр Терри показал, что сеттинг может и должен эволюционировать. Нельзя сказать, что все его книги безупречные и шедевральные, однако я не знаю ни одной плохой книги, вышедшей из-под пера сэра Терри Пратчетта. И вот этим уже мало кто может похвастаться. Говоря о творчестве Пратчетта, несложно за глыбой плоского мира упустить некоторые его сторонние работы. Цикл «История Джонни Максвелля», «Великолепные благие знамения», созданные совместно с Нилом Гейманом, и прочие разнокалиберные работы. Однако я был бы вруном, если бы сказал, что делаю это видео, чтобы поговорить не о плоском мире. А если говорить точнее, об экранизациях книг этой серии. Всего их вышло не так много. Анимационный сериал, охватывающий два романа, три телевизионных фильма, охватывающие, соответственно, одну, две и одну книгу. Также есть ряд игр по мотивам, из которых действительно хороша квестовая трилогия «Плоский мир», «Плоский мир 2» считается пропавшим и «Плоский мир» в стиле нуар. Но о них мы, если и поговорим, то позже. Начнем же мы сначала и поговорим о мультсериале. Сериал, а точнее сериалы, появился в 1997 году. Сперва появился сериал номер один, экранизация романа «Вещи и сестрички», затем второй по роковой музыке. Или роковой музыке. В общем, по какой-то музыке. Оба эти романа далеко не первые в соответствующей серии, а все романы по плоскому миру можно условно разбить на 5 больших серий. О Ринсвинде, о Страже, о Ведьмах, о Смерти и условно внесерийные. Но оба они ознаменовали некий значимый поворот в развитии соответствующих веток и неплохо читаются и смотрятся автономно. Вещи и сестрички троллят Шекспира. Много и сильно троллят Шекспира. Ну, не только Шекспира. И театр как таковой, и лицедейство, и сумасшествие, и семейные отношения, и прикладную психологию, и монархическую систему власти, и народ, и тех, кто им правит. Короля Веренца убивает его родственник, герцог Фелмет. Сына короля успевают вывести из замка, и в итоге дитё попадает к лангским ведьмам, матушке Ветровоск, нянюшке Як и нубствующей от того слишком наивной Маград Чеснок. Ведьмы пристраивают мальца к труппе странствующих актеров, дабы укрыть от мстительного герцога, и чтобы он в итоге мог вернуться и забрать себе трон. Роковая музыка – история о смерти. Не чьей-то смерти, а вот об этом парне. Или, скорее, о его внучке. А еще о генах, образовании, музыке и мироустройстве. Эта история насыщена событиями до нельзя. Парень из краев, где музыка не в почете, отправляется за славой в Ангморпорг, величайший город плоского мира и его же величайшую Клоаку. Там он сколачивает банду в составе себя под псевдонимом Бадди, гнома и тролля, дабы открыть ту самую роковую музыку. Причем здесь смерть? Ну, у него случился кризис веры в себя, и он пошел познавать смысл жизни, а вернее забывать. Сьюзан же, его внучка, появившаяся благодаря спойлерам предыдущих частей, оказывается затянута на место деда, где проявляет свойственную нубам неосведомленность о механике и принципах новой должности. Все три сюжета так или иначе сойдутся воедино тем или иным способом. Фух, вроде бы не наспойлерил. Перейдем же к технической части. Анимация в сериале, будем откровенны, так себе. Есть, конечно, весьма неплохо анимированные сцены, и большая часть задних планов очень даже удалась. Но некоторые приемы, призванные помочь срезать углы, приводят к некоему налету дешевизны. Впрочем, после минут 50 просмотра к специфике анимации привыкаешь и перестаешь такие моменты замечать. Актеры справлялись как могли, и получилось у них это в общем и целом неплохо, хотя отдельных товарищей по головке и не погладишь. Зато смерть озвучивает никто иной, как Кристофер Ли, и лучшего голоса этому персонажу просто не найти. Основная часть сюжета в обеих книгах почти не пострадала. Некоторые диалоги поджаты, некоторые дополнительные сценки из книг, работающие на атмосферу, удалены. Но к этому придираться довольно сложно, как ни крути, первоисточнику отнеслись с пиететом. Сериалы очень рекомендуются к просмотру по итогам прочтения соответствующих книг, а желательно и тех, что идут перед ними. Так эти экранизации сработают однозначно лучше, чем без знакомства с оригиналом. Тем не менее, могу смело рекомендовать их к просмотру в любом случае.